Одинцово. Раннее утро. Спецтехника ДРСУ уже на объекте. Задача – обработать тротуары автомобильных дорог общего пользования дезинфицирующим средством. Это вынужденная мера и направлена она на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Обрабатывают специальным препаратом. Это полимерный производный гуанидина. Значит, препарат этот, он сочетает в себе такие хорошие качества. Он, с одной стороны, эффективен, с другой стороны, относительно недорог. Ну и, кроме того, рекомендован к применению Роспотребнадзором. Гарантируется его, так сказать, безопасность для окружающих. Ход машины минимален. Здесь нужна не скорость, а качество выполнения работ. Тротуары тщательно дезинфицируют. Площадь обработанной поверхности составила 145 тысяч квадратных метров. Обработка производится в основном в утреннее время. И, собственно, сам состав, он безопасен для окружающих, поэтому в любом случае люди в безопасности. Пока жители остаются дома, власти предпринимают все меры, чтобы остановить скорость распространения COVID-19. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».